Байкал после первого дня на капельницах нормально себя чувствует. Тихо-тихо, Байкал, не надо скакать. Еще рано нам играть. Байкалушка. Хотел спросить у Миши и у Арины, бровек-то или какой симпарик вы для малыша давали, чтобы я знал. Потому что вот Байкал схлопотал это прямо на участке. Хотя мы его косили. Но тут не важно, косили, не косили. Сегодня буду сжигать там на заднем дворе всю эту траву старую. И сейчас косой вот подниму вот эти все листья. Электрическая коса, она очень хорошо, ну, как бы постригает землю и собирает эти листья. Так что Байкал это у нас, он покушал ночью. Немножко я добавил этот ему мягкий желеобразный в консервах корм. Он с этим с сухим кормом в перемешку с грандорфом поел. Очень даже хорошо. Вот хвост у него, видите, уже начинает подниматься. Слава богу. Ну вот, ладно, сейчас поведу его опять туда. Позавтракать и поедем. Байкал, пойдем. И поедем сейчас на капельницу к 2 часам, потому что после обеда там поменьше народу, чтобы никому не мешать. У нас там где-то на 1-1.5 часа будет необходимость на капельнице побыть. Все по графику. Самое главное, что он вчера очень хорошо перенес первый день этих испытаний. Вчера ему 5 или 6 уколов поставили. И капельницу большую, 2-часовую. Байкалушка, пойдем. Байкал. Байкал, пошли. Ладно, доброго понедельника всем. Пока.